Greetings in the name of Jesus. Приветствую вас во имя Иисуса. How many were blessed to see so many be baptized? Как много из вас были благословлены тем, что столько людей крестилось? See, that's what the church is about. Видите, вот об этом и есть вся церковь. We find Jesus. Мы находим Иисуса. We hear truth. Мы слышим истину. We accept into our heart as our Lord and Savior. Мы принимаем его в наши сердца как нашего личного Бога и Спасителя. We make a covenant through baptism. Мы заключаем завет через водное крещение. So you may ask, what's next in our life? И вы потом можете спрашивать, что же следующее в нашей жизни? Because the minute you stand up and say you love Jesus, потому что многие из вас встанут, когда спросят, да, любишь ли ты Иисуса? Seeks to kill, steal, and destroy you. Но враг, он ищет, как бы убить и погубить. The enemy wants you to be full of tradition. Враг хочет, чтобы ты застрял в традиции. The enemy wants you to be settled in your life. Он хочет, чтобы ты был сосредоточен на собственной жизни. But God wants you to make a difference. Но Бог хочет, чтобы ты принес изменения в этот мир. God wants you to bring revival to the world. Бог хочет, чтобы ты принес пробуждение в этот мир. The world hears all truths. Потому что мир, он слышит все эти истины. But Jesus is the only way, the truth, and life. Но на самом деле Иисус — это единственный путь жизни. We start through prayer. Это начинается через молитву. We pray without ceasing. Мы молимся непрестанно. We seek the very heart of God. Мы ищем самого сердца Бога. We look into His Word. Мы смотрим Его Слово. And we study His Word. И мы изучаем Его Слово. And then we proclaim His Word. И потом мы провозглашаем Его Слово. Are you ready to walk in the harvest? А вы готовы собирать жатву? Are you equipped spiritually? А вы достаточно снаряжены духовно? Are you ready to see your children serve the Lord? А вы готовы увидеть, как ваши дети будут служить Богу? We need to pursue a relationship with Jesus Christ. Нам нужно гнаться за отношениями с Иисусом Христом. Not just read the word. Не просто читать слово. But apply the word in our life. Но каждый день его применять в нашей жизни. To speak the word. Провозглашать это слово. So that the world can hear and know the truth. Чтобы этот мир мог слышать и знал истину. We need to build a loving relationship. Нам нужно строить любящие отношения. Love your children, love your spouse. Любите вашего супруга или супругу, любите ваших детей. And love each other. И любите друг друга. We're part of the family of God. Мы часть Божьей семьи. When people see you, they should feel the love of Jesus. Когда люди видят вас, они должны чувствовать любовь Христа. Are you showing the love of Christ today? А вы сегодня укоренены в любви Иисуса? As they proclaim their covenant. И сегодня они провозглашали свой завет. We should encourage them. Мы должны вдохновлять их. We should pray with them. Мы должны молиться с ними. And we should desire that they become radical for Christ. И мы должны хотеть и видеть их радикальными для Иисуса. We fellowship with other believers. Мы также имеем общение с другими верующими. And we encourage them to tell them about Jesus. И мы вдохновляем их рассказывать другим людям об Иисусе. And don't forget the Holy Spirit. И не забудьте Духа Святого. The Holy Spirit will guide you, direct you. Дух Святой, Он будет вашим гидом, Он будет вас направлять. Он даст вам обличение, когда надо. Do you really want all of Christ? Вы в самом деле хотите всего от Христа? Do you truly want to be blessed? Вы в самом деле хотите быть благословенными? When you step out that door today, когда вы сегодня выйдете за те двери, do you want to lead someone to the Lord? Хотите ли вы в самом деле привести кого-то ко Христу? Are you willing to give everything up that you have? Готовы ли вы в самом деле отдать все, что у вас есть? And serve Jesus. И служите Иисусу. Are you ready to forgive the unforgivable? А готовы ли вы простить того, которого невозможно простить? To minister Christ the unteachable. Служить тому, которого научить невозможно. Are you passionate? Горите вы страстью ко Христу? Or are you passive? Или вы пассивны? God wants to bless your life. Бог хочет благословить твою жизнь. He wants others to come to know Him. И он хочет, чтобы другие через тебя узнавали его. He wants us to be the heart that loves others. Он хочет, чтобы в нашем сердце било сердце, любящее других людей. He wants us to have a lifestyle that pleases Him. Он хочет, чтобы мы жили таким стилем жизни, который бы был угоден Богу. Turn to Luke 10:27. И откройте Луки 10 главу 27 стих. So many people go to church. Так много людей ходят в церковь. They even read the Bible. Они даже читают Библию. They have no fruit in their life. Но у них нет никакого плода в их жизни. They're settled with just personally growing. Им нормально, что вот, ну я вот вроде тут чуть-чуть расту. God wants us to get out of our seats. А Бог хочет, чтобы мы вышли из наших удобных сидений. And seek the lost for the kingdom of God. И искали потерянных людей, чтобы привлечь их в царство Христа. There's so much immorality in the world. Есть так много ужасной морали в этом мире. But there's hope in the world. Но также есть надежда в этом мире. Our hope is in the Lord. И наша надежда, она в Иисусе. Each day you live.
Каждый день, когда вы живете, get passionate for Jesus. Будьте, горите страстью к Иисусу Христу. When your children see you become passionate, когда ваши дети увидят, как вы горите страстью по Богу, they'll become passionate. Тогда и они загорятся этой же страстью. You want to see a change in your family? Если вы хотите видеть изменения в вашей семье, then we need to show them Jesus. Тогда нам нужно показать им Иисуса. Luke 10:27. И в Луке 10 главе 27 стихе говорится: Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Здесь написано: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всей крепостью твоей и всем разумением твоим и ближнего твоего как самого себя. Are you hungry for His word? А на самом ли деле вы голодны по Божьему слову? Are you hungry for His word? Голодны ли вы по Его слову? Are you settled in your religious lifestyle? Или вы удобно устроились в своей религиозной жизни? I pray today we'll be hungry. И сегодня я молюсь, чтобы мы были голодны. We'll desire more for our lives. Чтобы мы не игнорировали его в наших жизнях. God's not just looking for faithfulness. Бог не только ищет верности. He's looking for commitment and servant. Он ищет верных служителей. We can go to church every Sunday. Мы можем ходить в церковь каждое воскресенье. And truly not know Him. И на самом деле не знать Его. To know Him is to have a relationship with Him. Знать Бога — это иметь отношения с Ним. And to go out and serve Him. И идти и служить. They made this commitment today. И сегодня они заключили этот завет. Not just because they wanted to be baptized. Не просто потому, что они хотят принять водное крещение. Transformation. Потому что они хотят, чтобы произошла трансформация в их жизни. In the Bible, when Paul saw the light. Павел, когда он увидел свет в Библии. Transformation. В его жизни произошла трансформация. He was a new person. Он стал новым человеком. He was radical for God. Он стал радикальным для Бога. He was beaten. Его били. Put in prison. Его сажали в тюрьму. And his faith could not be shaken. Но его веру ничто не могло поколебать. I pray today that our faith will not be shaken. Я сегодня молюсь, чтобы нашу веру ничто не могло поколебать. By your circumstances. Никакие обстоятельства. Your family. Никакие семейные проблемы. I pray today that this is the day the Lord hath made. Я молюсь, что сегодня тот день, который сотворил Господь. I pray today you'll rejoice. Чтобы сегодня вы радовались. You'll embrace. Чтобы вы полностью взяли все, что предлагает вам Божья любовь. A life that isn't self-focused. И жизнь, которая не сосредоточена на своем эго. Pleases the Lord. Эта жизнь угодна Богу. Matthew 28:18-20. И в Матфея 28 главе с 18-19 стихи. Jesus spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go, therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Teaching them to observe all things I commanded you. And lo, I will be with you always, even to the end of the age. И здесь говорит Иисус, что дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Вы хотите делать учеников? Want to baptize them? Вы хотите крестить их? Want to teach them. Мы хотим учить их. And we want to send them. Мы хотим посылать их. I pray today your heart. И сегодня я молюсь, чтобы ваше сердце. Is ready for what's coming. Чтобы ваше сердце было готово к тому, что приближается. There is a great revival coming to the world. Великое пробуждение приближается в мир. And God says the harvest is plentiful, but the laborers are few. Иисус говорит то, что жатва много ее, но немного работников. I pray today you'll be one of those few. Я молюсь, чтобы сегодня ты был одним из тех немногих. Who stand up and declare Jesus as Lord. Которые встанут и скажут, что Иисус он Господь. And press to the high calling of Jesus Christ. И которые будут идти в высшем призвании Иисуса Христа. There's nothing you can't do. Нет ничего, что вы бы не могли сделать. If God is with you. Если Бог с вами. Walk in faith. Ходите в вере. Walk in trust. Ходите в доверии Богу. Commit your life to the Lord. Отдайте свою жизнь Богу. Be passionate. Будьте просто горящие страстью по Богу. Love your children. Любите ваших детей. Show Jesus to your children. Показывайте Иисуса вашим детям. Young people, seek to be different. Молодые люди, будьте другими. It's easy to fit into the world. Не смешивайтесь с толпой. As we heard from this young man, James. Как мы слышали от этого молодого человека Джеймса. He didn't care where he'd been. Он не думал о том, где он. He cares where he is now. Он теперь думает о том, где он сейчас. He learned from examples. Он научился от других людей, от примеров. Transformation.
произошла перемена. I believe God's going to use him greatly in the kingdom of God. И я верю, что Бог будет великим образом его использовать в Божьем царстве. It's not just young people that can change the world. Это не только молодые люди, которые могут поменять этот мир. He's called all of us. Это все из нас. Are you willing to make him the Lord of your life? А ты готов сделать его Господом своей жизни? We accept him as our Savior. Мы принимаем его как нашего спасителя. Now we proclaim him as Lordship. А теперь мы провозглашаем, что он Господь. So I challenge you today. Поэтому сегодня я бросаю вам вызов. Seek his heart. Ищите его сердце. Pursue his heart. Ищите, бегите за тем, что в его сердце. And love him unconditionally. И любите его безусловно. Аминь. Let's stand. Давайте все поднимемся.